когда у тебя в жизни что-то происходит, попробуй не говорить об этом никому. Что-то случается, сохрани это в себе. Тогда ты сохранишь внутри себя силу, потенциал этого происшествия и сделаешь правильные выводы. Также, когда ты общаешься с другими людьми и у тебя возникли какие-то эмоции, эмоции — это выброс энергии, даже когда эти эмоции позитивные. Имей в виду, что если очень бурно реагировать, очень ярко, радостно веселиться, то потом у тебя, скорее всего, в жизни что-то произойдет, что ведет тебя в депрессию. Поэтому слишком бурно, ну, по крайней мере, мужчинам, я бы не рекомендовал радоваться. Не позволяйте управлять собой и вовлекаться в чужие эмоции. А если вы смотрели фильмы, бывают такие актеры, ну и люди в жизни, вокруг которых такой ореол есть, энергия загадочности. Вот это как раз то состояние, когда человек сохраняет в себе энергию. Ему даже приятно смотреть в глаза, потому что у него внутри идут какие-то процессы. Это люди, которые не растратили свою энергию. И в них есть потенциал для подвига.